Продавцы овощей и фруктов самовольно, без разрешения и без согласования с отделом ГИБДД, обустроили съезды. В антисанитарных условиях продают овощи, фрукты и виноград. Мы не против реализации продукции, но это должно быть организовано, цивилизовано, на каких-то площадках, то есть без грязи, без всего, то есть должно быть однородное покрытие. С проезжей части на продукты оседает пыль и дорожная грязь. После дождя липкий чернозем тянет на дорогу. На скользкой поверхности тормозной путь транспорта увеличивается, а это напрямую угрожает безопасности дорожного движения. Новые незаконные съезды, как грибы после дождя, вырастают каждый день и на один день. Сотрудники комиссии проверяют дороги каждый день, нарушителей наказывают и составляют протоколы, чтобы пресечь незаконную торговлю и предотвратить желание других торговцев выйти на дороги.